салют, народ! С вами Маде, а.к.а. Борис Кауфман. Я только что взял iPhone 11 Pro Max и пошел его тестить, оставив фотики дома. Сейчас планы забрать свет и отвезти его в студию. И, конечно, снимать в 4К. Салют всем моим людям. Двигаем за хвостом.
план вкратце, что мы будем делать? В общем, ты купил офигенную камеру, теперь мы двигаемся за холстом, чтобы бомбануть за искусство. Выше. Да. Сейчас в граффити-шопе же мне дадут к розетке, ребятки, подключиться. Конечно. На 15 минут подзарядиться. Мы едем в граффити. Мы хотим с холстом зайти за толстовкой или с толстовкой за холстом. Бодро делает. Можно делать так. Самая большая толстовка, какая у вас она есть. Yeah, boy. 2%, давай еще что-нибудь брать. Главное только ты себя не ощущаешь. Я ощущаю себя пиздатым челом, съевшим пиздатую кофту. Как называется? Играй любой бюджет, где у нас касается, наверное. Чтобы тебе и фактура нравилась, и цвет, и все вообще. Они по-любому тут есть. На 60 не совсем квадратный бро. Да. Это квадратный фитал. Производитель. Если он тебя справит, то берем.
здравствуйте, у нас лог происходит. Вот. Да. Надо их как-то найти. Все, пойдет? У нас есть теперь бубен. А, это холст. Всего доброго. До свидания. Вот мы взяли холст 60 на 60. Где мы будем оформлять этот холст, бро? Только Бог знает. Мы готовы. Много камер, целых три. Привет. Привет. Шоколад. Кайф. А я рисую. Смотрите. Оп. Это аксолотль. Кайф. Баллончика. Где Стиви? Он убежал, сейчас вернется, наверное. А, это же что, пьете такое? Это Мопсик. Морсик? Да. Почему морсик? Он такой. Не очень? Не лучше морсик, но типа, что было. То есть я бегала себе за едой и прихватила мне морсик. Что выпил мой. Смотри. Ого! Офигеть! Буду их искать. Куда тебе их надо? Без сахара или сахар? Шоколад прям не входит. Это тебе. Ну да, с сахаром или без? Я тоже не хочу. Я тоже не знаю. Пусть будет. Блин, мы как будто из леса сбежали. Ты посмотри на меня, да. Из леса. Снова Борян накупил всяких девайсов новых. Это просто какой-то марафон сегодня шоперский. Добрый вечер, с вами трудяга и работяга. Сейчас мы все вместе спускаемся на очень странном лифте, потому что он, с одной стороны, обычный офисный лифт, будет на две зеркале видно, и вот эти вот потолочки. Но при этом, смотрите, стенки вот эти чудесные, они прям советские. Так. Как Янка сочетается с ними. Как хамелеон. Как хамелеон.
Давай откроем завесу тайны, что же мы будем делать с этим холстом. Оу. Блин, ну мы нарисуем на нем. Где мы будем рисовать? Не хочется загадывать? Да, на улице. Это будет на улице происходить. 100 очков вообще. Сделай шаг вперед. Ты в тени просто. Будет на улице происходить. Ебо. В городе Екатеринбург. Скоро. Так, нам нужен вон тот чемодан. Мы пришли с миром. Бузон зачетный. Респект. Бой, ты такой высокий, что ты в кадр не влезаешь, когда я к тебе ближе подхожу. Поставь 0,5 тогда там на экране. О! Это ультраширокоугольник. Все, просто стало вот прям то, что нужно. Как я видела в голове у себя. У меня руки трясучки. Мне кажется, тут надо это. Будет стабилизатор через. Так-то я кадры там классные нашла. Тут вообще на птицу похоже. Вот эти, смотри, Ян. Вон. Видишь? Так это большая вон. Огромная птица. Так да, я говорю, вот это голова, а это вот сейчас Боря рядом с птицей. Да. Как будто ее фотографировать собрался. Штатив ставит. Да, это система установки фона.
Самая дашь кнопочка. Ух ты, блин. Система. В эти пазы попадаешь? Чё-то не нужно. Там есть пазы. Короче, не нужно попасть. Я уже не отсюда. Не, отсюда. Давай. Держи. Нет, вот они все разные. Большой держи. Ты знаешь, Боря, потом вот эти долгие сцены можно типа на ускоренной скорости можно смонтировать. Просто так выложить, и все кайфанут все равно. Все втроем, это супер эксклюзивно, что ты, дорогой зритель, оказался здесь с нами. Что-то не подходит. Нет, вот, хорошо. Все четко? Да. У меня вся палка только что в объектив. Ну, да. Прям по экрану да, полностью была. Ещё, да. Нет. А ты там кнопочку это? Да. Да? Да. А почему такая широкая трубка и такие узкие дырки? А где музычка была? Сейчас будет. Может там что-нибудь поюзать. Нажми play. Или что там? Он не сел? О! А, вот здесь, погоди. О! А это крайняя, наверное. Вот эти с дырками, это, наверное, крайняя. Да, это крепление. Да? Да. Да. Значит, надо... Может, трех хватит или... Подожди, вот так вот хватит. Видишь? Вот так. У меня уже еще проход остановился. Одну тогда... Там есть, да, крепление? Слушай, удачно мы собрали. Да. Хотя, может, всю сделаем? Потому что у нас полотно даже шире, чем оно. И полотно шире, кусок. Чем оно. Да, ну вон та ткань. Я заебу расту. Давай для начала так. Подними только гайку еще, братан. Гайку сверху, да? Все, тут готово. Как надо туда? Хватит. Взаимодействие с оператором. Я пальцы засветила. У тебя лампочки под мышкой. В кадре картина, а Боря лапы? И ты. Да, смотрю. Ой, Макс. Смотри, там тоже крутится, он должен крутиться. Тут надо зажать. А, вот что дело, да. Что-то подтупило немножко. Такое бывает. Со всеми. Ну все. Давай поднимаем теперь. Давай вторую на максимум, а третью на сколько сможем. То есть выдвигай вторую на максимум, будет лучше. Вот здесь внизу.
ну там же надо еще перекинуть будет. Так что давай вот. А давай сначала перекинем, а потом поднимем. Давай. Че, черный, наверное? Он меньше, просто посмотри. Давай, давай. Пан-бон. Выбираем наше, российское. Подожди, давай, короче, 3 метра должно быть в ширину, а в длину 6. Мы его раскатаем. Воу! Ага, по-моему, нет, давай сделаем еще одну палку. Видишь, он по ширине гораздо шире. Да, я думаю, сразу сделаю. Как раз. Как раз. И с небольшим запасом. Чего? Как же крепить будем? Сразу перекинуть? Насколько туда? Ну да. Можно вообще наполовину даже. Не-не, нам надо же его раскатать. А, полочку? Не, я с прищепками прилеплю сверху. У меня есть прищепки. Заценить. Ох. Красный парень. Наша, российская. Видишь, ой. Да что там? Надо пола. Сейчас до пола. Еще чуть-чуть. Вот так. Его надо отпарить, наверное. Ну как без этого? Или нет? Блин, жалко, нет фотоаппарата. Будем фоткать на iPhone. Да? Я навалю, да? Крепости из картонных коробок. Только теперь она черненькая, а не блестящая.
Я просто подумал, что он просвечивает, можно посмотреть. Не, мы хотим это. Ага. Это нам поможет. Так. Теперь встань где хочешь. Я его уже не слушаю. Вроде да. Поделай еще. Мне кажется, она на стене. Ну, она отражает сюда тоже. Потому что я вижу отражение лампы. Зоха звонит на iPod. Он умеет, он могёт. Помоги, давай сдвинем к стене. Зоха звонит. Могу. Укулеле. Алло. Они монтируют. Я не знаю, как назвать конструкцию, которая для фона. Давай прямо питаешься. Вот. Нельзя. Да, подъезд номер 2. Третий. Ну иди на звуки музыки, я не знаю. Сейчас я вас. Да, Ян тебе пошел встречать, так что заходи. Ян тебя сейчас встретит. Ты поднимаешься на лифте?
А давай картонку перевернем, чтобы она красивой стороной сюда смотрела. Не, да? Да. Не, ну оно, конечно, интересненько так как-то, но не совсем. Намного лучше. Посмотри вот оттуда, откуда я снимала. Здравствуйте. Она сегодня не понял, мне звонит. Что-то... А, я ей звоню, говорю, я... Короче, не суть. Прикол-то в чем? Я что-то базарил, и она мне говорит, а чё, ты в центр погонишь? Я говорю, ну погоню, а чё, типа, она говорит, мне просто, типа, курить одной неохота выходить, чё, типа, если чё, заходи, типа, ну кури, я ей на это говорю, ты нифига артистка, она говорит, мне я так же говорю. Я артистка. Конечно. Ну, значит, я прав, как бы, сколько было. Что-то уронила. Ой! Тася, крушитель. Дестройер. Да. Вообще другое пространство стало. Мне нравится, Боря, снимать. Как тебе нравится то, что вы сделали? Бро, давай, короче, сделаем, раскатаем его дальше, а там поднимем, потому что мы выключили свет. Давай. Чтобы на полу было больше, да? Чтобы на полу было больше, да, чтобы... Мне нравится. Давай до первой складки его доставим, там наверху. Вообще, по-моему. И надень еще на себя всю сторону. Ты что, как дела? Сегодня? Да. Тарантино? Нет. В чем суть, что ты снимаешь? Боря попросил снимать, как они это все делают. Я все это зафиксировала. Короче, давай вот так. Закулисье. А походите там. Походите вот напротив ламп. Янчик, Боря, походите поближе к этой штуке. К ткани. Вот. Вообще классно выглядит. Сейчас я тут поправлю всю штуку. Синий можно еще. Вы чем ближе сюда подходите к этой тряпке, так тени четче и красиво так выглядит. Здесь пусть будет скомкано, короче. Ну все, короче. Зеленый, он чисто сами на хромакей для эффекта. Я понял, я думал, что он типа может нужен из какой-то специальной ткани.
Не, можно вообще любую ткань выкрасить зеленый. Вот именно такого оттенка. А что думаешь, если вот две типа такие палки длинные, типа, замутить? Интересно, короче, будет что, видно. Там с этой палкой и тут. И все, типа, не мешает. Можешь, ну, взять, можешь взять вот такой спандекс, покрасить в зеленый, он стоит 300 вот это все. Не, ну это-то понятно. Нет, фишка в том, что ты можешь, он очень легкий, и ты можешь дома на стене просто кнопочками. И не надо никаких палок, ну, да. Не надо ничего городить. Ну, двусторонний скотч, короче, вообще ничего угодно. Что, где тречик, бро? Какого хрена? Сейчас. Я знаю, что надо сделать. Вон. Кот только меня слышит. Я предлагаю... А, я его сюда, да, перенес. Спасибо. Да, трюков наделать. Ну, блин, шкурка уже ёбаная. О, Ян, классно, что крышку убрал. Саня, хочешь кофе? Не, я хочу. Бы водички у вас попил. Я а хочу давай. Кофе. Да, можно. Я буду кофе. Можно мне кофе, пожалуйста? Сейчас сняли. И вот так всегда. Я буду снимать, как ты пьешь. Очень красноглазо, так всегда. Просто лампы очень сильные. Мне будет смешно. Я знаю, что поэтому я и снимаю. Что, Сталлоне очень сильный, ты говоришь? Лампы очень сильно светят. Она знаешь, что Ян говорит? Я, говорит, знаю, Сталлоне, он очень сильный. Я этого не говорил. И не важно, что он уже старый, да? Он все равно еще сильнее даже. Я снимаю, как Саша пьет, чтобы он засмеялся и поперхнулся, потому что он давно прикалывается. Не, это трудно сделать. То есть уже так не работает. Что, так-то это опасно. Так не работает. Такая тема. Саня, я не оставлял тебя наушники. Грешота? Нет, не грешота. Да. Я их давно где-то посеял. Ништяк, Бог. То, что нужно. Слушай, я бы увидел. Ну вот я тоже так подумал. Я вам сегодня новый купил, Sony. Типа самые дешевые, конечно, которые были, но они вроде нормально удавались. Там эти родины глюкофонисты приехали. Один из которых кто-то. Кто? А я забыл, как его зовут этого чувака. Очень давно они тоже тут были, но он был высокий такой, худой. Да? Ты знаешь, я наверняка. Тоже Вася, который один из первых. Прикольно смотрится. Как нефть. Я придумал еще кое-что. По-моему, четко. Давай что-нибудь трудненько сделаем.
трешечку на нашу. Ах. Эффект камеры. Ну, типа того. Блин, братан, тут не поцарапается хоть? Не, ладно. Не переживай, они как бы... Ладно. Нам куда? О, не то. Hey people, подписывайся на канал, будет лютый ставчик. Алло. Уже сегодня не погоню, я завтра. И вот завтра в лифте. Что, набираюсь лифт, будешь свободен. Мы не можем много разговаривать, потому что сами по телефону. Да я в лифте еду просто. Я... Он не понял, что говорит. Блядь, нихуя не слышу, алло. Алло. Мы уже уходим. Блин, классная картинка. Старинный особняк. Ночью на улице. Да я в лифт не ехал, мне легче дышится, пропал. Так, короче, тачка. Короче, завтра, если что, буду на студичке, так что завтра, если что, набирай. Но если вдруг там пойдёт. Давай. Осень. Что, вас подбросить? Всех? Что вот так? Я леди. Не останавливаю, просто продолжаем. Внимание привожу, почему Bluetooth не включается. А, потому что он выключен. Не повторяйте это дома. Башня тут. Нифига себе. Шипит. Ну-ка. Во.
Башня не мешает больше. А тут мешает. Мне стыдно, другие радио. Ладно, давайте попробуем. Ты снимаешь это? Да. Возможность прокатиться с нами по ночному Екатеринбургу, лучшему городу Земли. Yeah. Парковом. Поверни, скажи, это не главное. Мы на Парковом, это парковый район. Родной райончик. Преобразился и продолжает преображаться новыми красками. Stepping up, so you'll be business, you'll be sure to call it.
62-й? 63-й. 63-й? Это на Изи, да. Возле дома. Свой клан, кто-то был еще 64-й, 55-й, 66-й, там все были, короче. Классная тачка. Биеннале. Не, давай больше жизни, бро. У меня всякие ракурсы половил. Благодаря этой штуковине можно такое делать. Я думаю, это GoPro уже в нашей банде, да? Она прошла посвящение. Это вообще сильно. Я такие штуки тут ловлю, что... Короче, сам посмотришь потом. Да. У вас есть комп? Да. Вы смотрите видео на компе? Да, я прошлое на компе смотрел. Хорошо. Я думаю, у нас сегодня будет это... Вечер просмотр кино. Хорошо.
сделали этот день. Да, спасибо вам. Покидос. Спасибо тебе. Блин, на связи. Я думаю, просто на, короче, это, делать вот так. Типа, все, я выхожу, я иду. Ты где? Да. А у тебя есть мольберт и все такое? Как рисовать было? У меня есть домашний вариант. Хорошо, ну что, короче, да. мой походный, я зацеплю его. Буду на студии, позвоню тебе, скажу, куда идти, и там с вами все нарисуешь. Все. Я выберу место поинтереснее. Все, да. Круто. А, холст тоже там. Короче, все. Доброй ночи. Доброй. Пока.